Динамо Мінськ, Шахтер, блукання по покутах. Вітаем вас, шановне господарство. Два выходные дни нам доставалася неоднозначная ежа для разважанняў. У понеделок на десерт, як по замове, был подрихтованы соковиты цвіктура, які побил рекорд одночасовых проглядов онлайн-трансляций одного матчу. Трохи прыашынем таямницу. Аудитория у компьютеров у разы перевысила умяшальность Сальгорского стадиона «Будаўнік». Ці змог Шахтер сплысці у самотное свободное плавание, доведаемся прямо цяпер. Разброд и хистанье в складе Минского «Динамо» робили Сальгорский «Шахтер» безоговорочным фаворитом центрального матча 16-го тура. Додатковую мотивацию лидеру принесла осешка Батэ. Свою викторию у этой гульне горняки еще мацней посараматили скептиков и повелишили в свой отрыв от другого места до 8 очков. Перспектива малявалася веселковая. На суперок шакання мінчане зусім не спалохаліся лідера і з першых хвілін далі зразумець, хто сапраўдны гаспадар поля, а разам з тым уладар дадзенага становішча. Асабліва шараваў Дмітрий Сычоў. На працягу 2 хвілін ён мог вызначыцца двойчы, але ў які раз распісаўся ва ўласным бясіллі. Пакарыць беларускую публіку для яго, відаць, так і застанецца місіяй невыканальнай. А вот кто уже твердо записался у любимчики гледачоў, так это Эрнан Фигереда. Своими индивидуальными техниками и мастерством он в черговый раз примусил апантана шалить трибуны. Коли не он, то кто еще? Сальгорцы пришли в пашуці только наприкінці первой половы, але атаки их были далекие от досконалости. У першым выпадку Дмітрий Осипенко занадто перастарався з сілою удару, у другім – дякую говорим Александру Гутару. Далейший промах Павла Сітко виносим за дужки. Для підтвердження своєго реноме лепшого снайпера чемпіонату обаронця такі моменти повинен використовувати. У другім таймі уже другий уругвайц Даніла Какара мог протягнути з голови почин своєго суячинника. На секторах з дугою згадали про з'їхавшого на радзіму Костіна Куреля. У такі матчі для повного спокою забивати необхідно було двойчі. Не драмали і горняки, але їх редкі вилазки можна було полішити по пальцях одної руки. Юрий Коломыс со штрафного лет не пришесал крыжавину, а праз 20 хвилин миниатурный Дмитрий Осипенко выиграл по ветра и по дузе послал мяж у левую девятку. При непомерном счастье столичных завзяторов мяж пришелся у лишенных сантиметров. Часу для ратования заставалось все меньше. Але Динамо не было б Динамо, калі б на апошніх хвилинах не облажалося. Жвавый Сергей Баланович з усіх сил прорвался с правого флангу и ураз поклав конец усім сальгорским потугам и покутам. Нямы малюнок не шакали, по такой гульні нічия была подобна до перамоги. 1-1 у турнірной таблицы обошлося без менов. Легенды и мифы сучасного Динамо. У початку минулого года всех прихильников клуба сбудоражила купля бразильского футболиста-невидимки Мауринья, який по чутках не умел нават жонглевать мячом. Кошт питания склав 500 тысяч умовных одинок. Смяная купля была шчыльна завулявана таямницей и каштавала тагачаснаму кіраўніку Валерию Стральцову его портфеля. У гэтым годзе мифічным и каламутным бачыцца набыццё Кристиана Абадо. Суперники от такой гучной купли спочатку побоялися, потом посмеялися. Вядомы у минулым нигерийский футболист у межсезонья отзначился несколькими фотосессиями. Провел на поле за половину сезона 10 хвилин и трапился у Италии с марихуаной. Эпичный финал неутямной политики клуба. Меж тым, несколькими днями ранее белосиние у Литве на матч Лиги Европы не смогли нават назбирать футболистов на полновартостную заявку. Літаральна перед гульнёй покинул клуб лепший гулец сезона Костін Куреля, з яким при взяті в аренду не здолели прописати лічби на випадок куплі-трансферу. І знов просьма необашливості і необдуманості. Динамовская молодь на протягу нескольких годов становилась переможцем турниру дублеров, але який год замест молодых талентов мы бачим другогатунковых гастарбайтеров. В сучасном свете футбол – это не только якостный подбор футболистов и тренеров, але еще и правильно подобраны экономичные и юридичные отделы, а так само сведомый менеджмент. Навести порядок во властной господарке – программа минимум нового керовництва «Динамо». Инакш сумная ситуация может повториться. Мноство прыгожих голов дозволили нашему традиционному топу пошириться. Пятое место достается Антону Матвеенко, выдатная передача и не меньше выдатное выконание. Четвертый радок у Романа Василюка. У отрознения от многих футболистов нападник отдает перевагу доказывать свою заможность не словами, а справами. И в его это выдатно отрымливается.
Бронзовый медаль красуется у фау-оборонца Минского «Динамо» Эрнана Фигереда. И сапраўды промень светла у темном царстве. На другое место узыходит Александр Гаурушка. Трук с капелюшом у якета повеки у яго атрымаўся на славу. Ну а первое место у Александра Карницкого. Ён не побоялся и зрабіў шедевр. Цяпер яго голам захапляецца вся интернет-простора. Перед вашими вачыма полный расклад 16-го тура. Сальгорский «Шахтёр» у драматичном понапале матче так и не здолел зарабить стратегичный запас очков перед борисовским «ПАТЭ». 17-й тур уже не за горами. Мы же с вами на этом развитываемся. При магчымасці завітайте на стадион або потримайте свою любимую команду през интернет-трансляции на сайте www.sport.by/football. Всего вам доброго! До побачення!